конструктор Кварчетти, артикул 0560, итальянский конструктор для мальчиков. Замечательная вещь, сейчас вам продемонстрирую. В конструкторе 80 элементов, чемоданчик, где все это находится, и сам чемоданчик является еще основанием для того, что мы будем делать. Конструктор Техно для ребят от 4 лет. Открываем нашу подарочную коробку. В коробке у нас находится инструкция. Наш чемоданчик вот это основание. И сам конструктор в пакете. Сейчас посмотрим, что внутри. Внутри у нас из такой толстой, качественной пластмассы сделаны элементы. Элементы с отверстиями. И пакетик с фурнитурой. Здесь саморезы, винты, гайки и шайба. Также в комплекте набор инструментов. Отвертка. Обычная, крестообразная, ключик и вот такой ключик. Как играть? Мы устанавливаем наш чемоданчик в вот такое положение, защелку. И делаем все, что хотим. Например, нам нужно... Так, сейчас я отрежу. Прикрутить вот эту деталь. Берем, прикручиваем. Моторика разрабатывается. Цвета приятные, красивые. Прикручиваем. Все как вот здесь. Под крестообразную отвертку, здесь под обычную. Прикручиваем все как по-настоящему, но безопасно. Прикручиваем. Опять нужно заменить отвертку. Для детей просто замечательно. Теперь хотим вот такой элемент. Уберем его нашим красным саморезом, прикручиваем. Вот, прикрутили. Дальше уже пространственная конструкция идет. Ну, к примеру, вот уголок. Взяли, прикрутили уголок. Потом что? Хотим, допустим, к уголку, ну, что-нибудь такое присобачить. Берем болт, берем ключик и начинаем прикручивать. Все как у взрослых. Такие же ключи, как у папы. Вот. Прикручиваем. Прикручиваем. Помогу рукой немножко. Так, и чтобы у нас совсем все хорошо держалось, гаечку с другой стороны. Гаечку ключом затянули. Вот такой элемент получился. К нему можно еще что-нибудь прикрутить. Вот так вот взять и прикрутить. Такой элемент. Все что угодно. Вот у нас есть инструкция этого конструктора Техно, где можно, следуя инструкции, сделать, например, автомобиль, кораблик. А можно делать... Так. Это уже... Если у нас есть дополнительные элементы, можно делать машинки. А с конструктором можно делать только то, что у нас вот здесь прикручивается на плоскости. Это для детей помладше. Вот такой вертолет можно соорудить. Вот такую штуку. А потом, если у вас есть дополнительные элементы, можно уже более сложные вещи конструировать. Вот. Конструктор Техно для мальчишек от 4 лет. Рекомендуем. Интересный, полезный, хороший подарок.